В администрации Ленинского района состоялось торжественное заседание, посвященное десятилетию с момента основания общественной приемной главы Ленинского муниципального района. На нем присутствовали как действующие, так и бывшие представители общественных приемных главы муниципалитета в городских и сельских поселениях. В праздничной обстановке активисты были награждены грамотами и ценными подарками. Общественные приемные Ленинского района начали работу с обращениями граждан в 2006 году. Они были созданы во исполнение 33-й статьи Конституции России. В ней говорится, граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Эта встреча стала еще одним поводом, чтобы оценить проделанную работу и наметить планы на будущее, а также поощрить тех, кто уже не работает в общественной приемной, но по-прежнему остается активным общественником. Эти люди, которые отдали всю свою жизнь в общественной работе, они не могут быть равнодушными. И пусть некоторые из нас, как говорится, не в штате, но до сих пор ко мне продолжают люди обращаться с какими-то вопросами, с какими-то советами. За 10 лет было принято, учтено и рассмотрено несколько тысяч обращений от жителей района. А задачи, которые теперь решают общественные приемные, стали намного шире. Сегодня, представляя интересы граждан, приемные главы муниципалитета активно взаимодействуют со структурными подразделениями администрации района, муниципальными учреждениями и администрациями городских и сельских поселений. Оказывают гражданам консультативно-справочную помощь, участвуют в обсуждении текущих проблем, активно отстаивая позицию жителей района. Опять одно и то же начинаешь говорить. Господи, ну на тебя смотрят, как на умалишенную. А на самом деле, а потом раз, вопрос-то решился. И такая радость от этого. И всем главное, всем. И все говорят, ой, да, как здорово. Несмотря на праздничное настроение, после чествования ветеранов и активистов встреча плавно перетекла в деловое русло. Ведь обращения граждан в общественные приемные главы Ленинского муниципального района продолжают поступать, и работу по ним нельзя отложить даже на день. Редакция телекомпании «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям.